Во всех районах Гомельской области уведена заборона на наведывание лесов. На территории региона установлен 4-й класс пожарной небезопасности. Громадян просят устрематься от прогулок и пикников. С початку года в Беларуси отбылось свыше 200 лесных пожаров. Агульная площадь узгорания больше як 1000 гектаров. Наибольш частая причина – спаливание сухой растительности и смети, незатушенные окурки. Тих, кто порушит заборону, покарают рублем. Штраф складе до 25 базовых величин. До речи, выходные у регионе будут по-летнему теплыми, у субботу без дождей. Воротовальники закликают аккуратно обыходиться за огнем. По попередних прогнозах, у ночь на неделю у регионе махчимы навальницы, у день пройдут короткочасовые дожди.